Тём, лови. Надо подкачаться, надо подкачаться. Красавчик. Тём, лови. Посмотрите со стороны, блядь, типа, кто-то телефон поймал. Значит, дебил знатный. Тош, лови. Ты дебил, что ли? Я купил телефон новый. Ну и чё? Не разбился же. Вы готовы сделать заказ? Можно, пожалуйста, суши? Часто тут такая творится. Да просто новый рецепт тестирую. Из Камбоджи. Еще один. Тренер, пожалуйста, возьмите меня к себе. Я очень хочу похудеть. Сделайте мне фитоняшку, пожалуйста. Да, конечно, сделаем. А сейчас упражнение в паре. Ты зачем меня разбудил, придурок? Все ж было замечательно! Ребят, давайте всегда будем дружить. Давай. Давай. 2370 рублей. Много городов у нас в России, а не топать столько на ногах. С каждым годом все некрасивее, а утопать... Так, Вер, ты сейчас будешь приседать, Антон, ты идешь на жим лежа. Да, тренер, конечно. Хочешь быть моей женой, бай по одной, сперва выпей. Так, Вер, ты сейчас будешь приседать? Да, тренер, конечно. Стой! Ты что, я же мать! Мне нельзя тяжелое поднимать! А то у меня молоко так пропадет, как я буду ребенка кормить? Я справа заметь счастливые два идиота. Я же мать, вы понимаете? Вы же тренер должны мне дать нормальный комплекс упражнений, вы должны это понять. Нам, как всегда. Два кальяна,
два больших пиваса, пару бургеров. Сейчас все сделаем. То есть вам, как всегда, кальян? Да. Ты чё, какой кальян? Я же мать, мне нельзя кальяны. Дайте мне книгу жалоб, я сейчас напишу на вас здесь. А где Вера? Так, книжка возьмем, потом... Ну ладно, сестренка, ты пошел. До завтра, братик. Алло, дорогой, ты где? Я подъезжаю. Вить, спасибо тебе за этот вечер. Тебе спасибо огромное. Это самый лучший вечер в моей жизни. Я пошел. Пока, моя любовь. Пока. Ну, наконец-то он свалил. Я тут забыл кое-что. Пацаны, вот с женщинами надо вообще жестко. Вот я своей да. Погладь мне куртку. Слушаюсь, господин. Давай речь, у тебя 3 минуты всего. А я свое приучил быть покорной. Сказал лечь, она ляжет. Ложись здесь на кровать, у тебя есть 3 минуты, потом я поеду в другой. Повинуюсь. Пацаны, а я вообще убрал домработницу. Зачем нужна она, если есть девушка у меня? Она вместо рабыни у меня и вместо домработницы. Уберись. Да, дорогой, сейчас уберусь. Че пи***ете, сходим за клубникой. Сапоги мне помой! Сегодня никаких гулянок! Да. Солик, почему ты такой грустный? Да что-то новогоднее настроение ноль вообще. Ребят, если у друга нет новогоднего настроения, мы ему создадим. Первая фаза. Ну как, есть новогоднее настроение? Ну так. Значит, вторая фаза. Вкусняшки. Шоколадка. Не. Почему? Я что, ебень, что ли, блядь? Я не хочу. А! Киндер, самый лучший шоколад для детей. Ну как, есть настроение? Многие спрашивают, что лучше подарить на Новый год парню? Банан или мандарин? Конечно же, мандарин. Дай. Новый год удался? А вы слышали, что Витек разбогател, теперь вообще шикует, олигарх стал? Виктор, что нового у тебя? Я инвестировал 20 миллионов долларов. Также я вчера съездила в Милан и купила себе шубу. Ребят, может, на Красную площадь сходим? Красная площадь? Мы же не студент. А я бы поехал. О, ок, погнали. Как здесь красиво! Походу, им нравится здесь. Видите, как классно! Все равно классно! В Новый год не нужно иметь море денег или апартаменты в Москва-Сити. Достаточно иметь близких людей и хорошее настроение. С Новым годом, друзья!